Всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами порассуждаем, что же лучше, игры на дисках или цифровые копии. Также в этом видео я вам расскажу, почему я покупаю только цифровые копии и ни в коем случае не хочу переходить на диски. У меня все готово, поэтому начинаем. С самого начала, а именно с самого знакомства с видеоиграми, я все время играл на физических носителях, но оно в принципе и понятно, потому что раньше-то цифры-то и не было. Были только картриджи и диски. Ой, на самом деле, исключая по картриджам, в то время я даже не задумывался, что может быть такое, что ты можешь откуда-то скачать игру. Просто взять, подключиться к интернету и поиграть. Это вот для меня это было что-то невероятное. К счастью, когда у меня появился интернет, я понял, как это клево. Не нужно идти больше в магазин, не надо стоять в очередях, просто кликнул и купил. Но все-таки, что же лучше? Давайте по порядку. Сначала рассмотрим физические копии. Прежде всего, это вещь, которую можно потрогать. Действительно купить и понять, что вот, я купил игру. Прийти радостным домой, разорвать эту пленку, вставить диск в консоль и попутно смотреть на коробочку. На самом деле, это просто непередаваемое ощущение. Плюс к эмоциям добавляет какой-нибудь вкладыш, если он там есть. Типа наклеек или рекламка, это тоже очень прикольно. Единственный глобальный минус в этом, это то, что за диском придется ехать. И в случае с Xbox, это не всегда успешно. Я вот помню, на начальных этапах, когда Xbox только привезли, это было в 2014 году, я не мог найти для него нужных игр, особенно в дату релиза. Я хотел купить такие игры, как Gears of War Ultimate Edition, Halo Guardians, я хотел купить GTA 5, и всех этих игр на дату релиза не было во многих магазинах. И это при том, что я нахожусь в Москве и был в довольно-таки мощных сетях. Я тупо приходил в магазин, а мне говорили типа, ой, а этой игры нету, типа, ой, а разве она вышла? И это было только на Xbox. На PlayStation такой проблемы не было. Даже бывали такие случаи, что игры для Xbox продавались, по-моему, через месяц после даты релиза. Это просто нонсенс какой-то. И лично для меня это был, ну, нереальный глобальный минус. На самом деле, я не знаю, кто там накосячил, но в любом случае это очень неприятно и портит впечатление от самой консоли. Да, я понимаю, дело в играх, но консоль не имеет смысла без игр. Поэтому тут только расстраиваться. В случае с цифрой ходить никуда не надо. Ты просто сел, нажал кнопочку и купил игру. Но это минус эмоциям, так как от пару кликов ничего не происходит. Эмоции, наверное, дарятся лишь при запуске этой игры, не более. Как вообще происходит покупка игр в цифре? Ты замечаешь, что игра находится в сторе, и тупо с каменным лицом нажимаешь на кнопку «Купить». Все. Дальше ты идешь по своим делам или куда-нибудь еще. С диском же есть какая-то радость, типа, вау, я купил игру, вау, такая коробочка, я поставил ее на полку, я вставил диск, и это намного лучше, чем покупать цифр, как мне кажется. Также во многом этом играет вопрос цены. И тут ситуация спорная. В последнее время она идет в большинстве случаев в сторону цифровых копий, поскольку Microsoft перевела цены в доллары, и получается, что иногда игры дешевле на 150-200 рублей. Плюс за ними ехать не надо. И они всегда есть в наличии. Но бывает и обратный случай, когда игры в цифры выходят намного дороже. Плюс на цифровые копии нельзя применять какие-то купоны, баллы и тому подобное. В случае, когда цифра была реально дороже, вспомню игру Naruto to Boruto Shinobi Striker. В цифре она стоила 4600 за стандартную версию, а на дисках она стоила 3500. Разница в косарь была. Но я купил ее в цифре, потом расскажу почему. Также плюс цифровых копий в том, что ты, скорее всего, поиграешь намного быстрее, нежели покупая физический носитель. Просто заранее скачал и запустил в день релиза в полночь. При помощи диска это опять же нужно ехать в магазин, запускать и устанавливать это, ну, действительно занимает время. И в лучшем случае в новинку ты поиграешь, скорее всего, в следующем вечером после работы. Да, бывает ранний старт продаж, когда на физических копиях можно поиграть еще раньше, чем на цифровых, но они бывают довольно-таки редко. Я бы сказал, даже очень редко. И последний критерий, который я хотел бы рассмотреть в этом видео, это место хранения. Физические копии нужно куда-то ставить и каждый раз сувать диск с нужной игрой. Да, это не катастрофично, но в цифре это немножко попроще. Просто нажал кнопочку, скачал и запустил. Никаких полок, больше ничего не надо. Но все-таки, что лучше? На самом деле, это выбор каждого и дело случая. Для коллекционеров это, конечно же, будут физические копии, поскольку цифровую версию ощутить нельзя. Для людей, которые хотят сэкономить, это все реально от случая зависит, поскольку и цифровая, и физические копии могут отличаться в цене. И как бы нет смысла переплачивать, например, за дисковую копию, если ты можешь купить чуть-чуть дешевле в цифре. Поэтому действительно все зависит от случая. Для всех других вариантов, кроме, наверное, коллекционеров, будет выгоднее покупать цифровую копию, потому что это удобнее и, в принципе, в большинстве случаев это дешевле. Я же изначально пользовался дисками и хорошо, что перестал. Почему? Сейчас расскажу. Сначала я покупал исключительно диски, потому что это коллекция, это прикольная коробочка,
ты смотришь, тебе нравится и так далее. Но потом меня тупо заколебало, что некоторые игры нельзя купить в дату релиза в магазине. Опять же, эта проблема была только на Хуан, потому что на PlayStation 4 были абсолютно все игры в дату релиза без всяких проблем. После этого я стал покупать только цифровые копии и не прогадал. Дело в том, что у меня потом появился второй Xbox, чтобы играть вместе с братом, но и вы, наверное, уже догадались, почему я не прогадал. Так как у меня две консоли, и для того, чтобы играть вместе, нужно было бы покупать две копии игры. Если это, конечно же, физический носитель. В случае цифры это можно было обойти без проблем при помощи функции «домашняя консоль», о которой я рассказывал в недавнем видеоролике. По один раз купил игру и не паришься. Поэтому покупаю цифровые копии исключительно для двух консолей, потому что если бы опять было физически, то это были бы невероятные затраты. Это, считайте, на одну игру пришлось бы тратить около 8000, это... Ну, реально дорого. А так я покупаю всего лишь одну копию, и все довольны. Какой вариант покупки игр нравится вам, пишите в комментариях. Все же цифры это или физический носитель. Также проголосуйте в вопросе. Он будет находиться либо тут, либо тут. А на этом у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также не забывай делиться своим мнением по поводу данной темы. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.